Всем привет, дорогие друзья! Это продолжение. Продолжение. Вечером. Да, да. Чего сидишь тут в одиночестве? Да пытаюсь начать серию. Следующую. Я пока всех перекину, уже несколько дней серии пройдет. Так, ну что ты там, договорился, выбил себя? Элитные условия. Или ты предчувствуешь, что они просто хотят воспользоваться силами Тевтонского ордена? Я договорился о том, что они говорят, вот когда будет возможно взять второй союз, в теории... Возможно, ты и пригодишься. В теории относительности есть такой закон, что в принципе, как бы, возможно, ты сможешь попасть в союз, но это так вообще нет. Доходы тевтонов 11.88, баланс 3.58. Идейки тоже очень неплохие. На армию, на все остальное. Просто реализовать это реально сложно в условиях, когда рядом Большая Польша, Московия, Швеция, это самое, Священная Римская империя, и путь к союзам закрыт. Померанию не тронешь, Польшу надо ждать, тоже не тронешь, Ливоны тоже чья-то территория, в общем, везде... Все серьезно прижато. Поэтому, ну, тебе надо заделаться тем, кто раздает займы под определенный процент, чтобы хоть как-то с этого зарабатывать. Но, конечно, правительство у тебя не ахти какое. В военно-монашеском ордене. А что бывает обычно с плохими правителями? Правильно, они становятся плохими генералами. Причем сразу же. Это да. И умирать никак не хотят. Ну, в принципе, они плюс-минус одного возраста, поэтому я надеюсь, они оба сконфузятся в конвульсиях. Ну, ты раздели армию на две части и поставь в обоих по генеральчику. Пусть быстрее конфузятся. Ой, а как вариант. Может подействовать. Все, пошел в гущу событий, окунаться с головой. Если что, приходи, сам знаешь куда. Okay. В Парижском договоре все самое интересное. Во всех чатах бываю. Так, зачем? Во всех чатах бывает. Привет. Смотрите, да. Кто тут? Хитрый папа, который продает информацию. Я пошел. Давай наш чатик запороли и не допускать папу. Вы про Священную Римскую империю? Ну, к одну, которой мы сидим сейчас. Парижский договор? Ну тут уже раз, два, три, четыре, пять, ура, шесть, семь, ура. Восемь, они, девять, они десять человек. Они все должны воевать. Матвей, молись. Я не воюю. Ты будешь. Я не хочу. Матвей, кланяйся мне. Ага. Я не хочу воевать. Серьезно. Матвей, что, призываешь в войну, да? Происходит. Да. Ну что, готово выступление? Мировая война. Давай. Смотри, сейчас Германия. Че, Кёльн тоже идет в войну, но вы же понимаете, что не больше одного союза. Это уже сверхвойна, ты это должен заметить. А ты с Австрией разорвал и разрывай сейчас с Австрией. Сейчас рву, да. Сначала да, разрыв, да. Потом союз. Угу. Ты вначале разрывай. Да, рву. Не забывай. Да. А кого война? Вы уговорили Кёльн вступить и Османскую империю? Уберите паузу. Кёльн, ты вступишь, да? А, в шоке. А я не могу. Как это получилось? Австрия, рви со мной союз. Австрия, порви со мной союз. Австрия. Я сейчас рву. Да, рви. Сейчас. Австрия, я так понимаю, Кёльн, выходит из этой войны, да? У меня да? нет Кёльна на союзе. Австрия, ты можешь... У меня гранаты, есть гранаты. А, смотрите, гранаты, а у гранаты два союза, это нормально, не? У нее не должно быть два союза. Так, послушай, он забыл разорвать мне просто. Мне без разницы два союза. Я попросил. Сейчас он рвет союз с Австрией. Кёльн не сможет приставить к вам. У него плохое отношение с гранатой. Сейчас окей. У гранаты со всеми будет плохое отношение. Ну, Кёльн, тогда чё, сожри еще кого-нибудь. Помните, и... сначала рвем союз, потом заключаем. Извините, ну, потом пойдем отдельно. Да, не мухлюете. Сейчас, короче, уже 28%, 28% сейчас в Бургундия. Я чё-то тебе позвать в войну не могу. Падёт. Я тебе позвать в войну не могу, слышь, что говорю? Вот торт сидит, тайло всякие. Вот что это такое? Ставьте на паузу. Поставьте нам пароль, пожалуйста. Так, тут хорошо. Кто... Ребят, переходите в свои эти самые, если вопросы исчерпались. Если вопросы еще есть, то задавайте.
Мы пока на паузе. Кого вы хотите отсюда выгнать? Всех, кто не в нашем союзе. А кто в вашем союзе? Тайло, выходи отсюда. Да, вот там аутисты, да. Все? Довольно? Смотри. Да. То есть в нашем союзе получается Франция. А можно один? Флоренция. Я не в союзе пока что. Франция. А можно один? Кёльн может вам деньгами вообще помогать. Ну давай деньгами лучше. Кому денег надо? Всем. Ну могу сотку кому-нибудь дать одному. Кёльн, ты не сможешь вступить что ли к войну? У меня плохое отношение с гранатой. А ты улучшай с ней. Улучшаю, минус два. О, сейчас, это, можно сказать, месяц подождем и все. Вот смотри, два дня кинуть, сейчас посмотрим. Три, да. Матвей, ни в коем случае не заключай союз, Ман, пока не разорвал предыдущий. Ага. Ман. Я Османа не могу позвать. Осман, да, ты... Нет, Осман, потому Осман, что, наверное, должен... прошло больше 30 месяцев. Больше, уже 30 месяцев прошло. Осман, кидай Кастилии и предводи к миру. У тебя уже отношения лучше с гранатой. Хорошо. Все, посмотрел вас, иду на другую сторону смотреть. Я не могу принудить его к миру, потому что у меня с ним перемирие есть. Во сколько? До 55-го года. Охренеть, еще полгода тебя ждать. Откуда у тебя перемирие? Вот? Я не знаю, это кто-то там со старта. А потому что когда он в даче... Еще больше. Так, ребят, я сюда пришел. Какой у вас был тут пароль? 1, 2, 3. Ага, хорошо, я просто удалил старый пароль, сейчас создаю новый. Окей, так, продолжаем. О, пошли в ебу. Ты, стоп, нападают. Нет, не нападают, все. Смотри, чтоб на шампань не напали. Да, я ее защищать буду, если что. О, нормально, напал. На моего топового генерала. И Португалия идет, смотри. Ну, плохо. У меня еще ивент выпал на 10 боевых. Что там было, пока меня не было? Надо драться. Есть у кого бабосы? У меня уже, блин, 57 монет. Ну, там займы вернем, мы эту войну выиграли. Ничего, трейдинга на Османе делает. Осман, кстати, это, ну, вступать в войну со мной. Не смог, потому что перемирие. Это то чувство, когда хочешь, но не можешь. Тайва, поздравляю, у тебя пока первое место по счету. Да, я знаю. Польша. Я тебя люблю, короче, Польша. Что там такое с Польшей? Я ее люблю просто. Это уже третий раз шотнулась армия гранады. Все, гранада фу в оккупации, ну кроме островков, или они туда плывут. Подходи сюда там, Дробиша. И армию все, разбей, если оккупацию доделаю. Оккупацию сейчас доделаю. А в Москве у тебя азиаты, ой, точнее, мусульмане спрашивают, как ты напал на Казань? Если когда они пытаются напасть, у них вступаются в войну некоторые фракции, а у тебя не вступаются. Потому что Казань на меня напала. А, это говорить оборонительно. Все, сейчас 20 капель дали. Сейчас, я скажу им, верну сюда. На тебя нападают. Кто? Бургундия, на тебя нападают. Да-да-да, я в шампане, в шампане. Да не надо вступать. Почему отходи-то? Они без минуса нападают, минуса. А как ты спровоцировал Казань? Это Казань такая дурная, что решил напасть? Ну да, да просто мне ноль рекрутов, вот она и напала. Атака в шампань или... Шикарная, да. Казань. Шампань, наверное. Нет. А что я и сделаю? У меня нету тупо очков на национализацию, ничего вообще. Да забирай, я тебе помогу с восстаниями. Вон, орду отрежь. Я доделываю оккупацию и иду к тебе. И 20к Португалии тоже освободил. User joined your channel. Что я... тебе, Ой, папская область? Так я везде хожу, а они считают, что я принадлежу какому-то блоку, короче, и сливаю информацию. Почему не такие паки?
Зайди в свою столицу, иди, освобождай свою столицу. Кто-нибудь. Так, так, вам пароль тут ставить? Да, конечно. Да. Да. Придумывать. Флора, можешь вступить? Какой пароль? Нет, до 55 года я не воюю. 55 год. Жаб, 666-666. В общем, 3-3-2-2-1-1. Ладно. О, вот у Прованса проход. Нет, у Прованса проход можешь взять? Кто тут? Это я. В смысле, зачем? Вот это. Ну, я, чтоб я мог ходить, а то она мне не дает проход, Прованс. Жаль, на кого мне нападать, как думаешь? Понятия не имею. Стоит нападать на Сицилию или лучше... Будда, лучше, пожалуйста, отношения с Польшей. Будь я. Улучшаю. Польша будет вступать в войну? Они без гранатов. Гранатов у оккупации. У них 45к осталось. Кстати, я предлагаю тебе отдельно на Венгрию напасть. На Австрию сделают. Вот сразу не на Тевтон. У Венгрии еще есть Тевтон. В сторону Дерси. Ну, у Торта 20к. У тебя, у Венгрии тоже 20к. Австрия занята. И у вас-то и ноль мэнпауэр, а вы с Московией их разобьете. Я еще настрою. Ну, все, я, смотри, я сейчас объединяю силы и иду к тебе. Нормально, нормально. Все, и 20к подругали тоже иду. Стронг. А, блин, нас союзники с Ульих решили. Ну, мрази. Отступи, отступай. Ну, пока рано, отступлю. 27-го. Кого там пытаются убрать? Кто им там надоел? Да-да-да, там нормально. Потому что они могут чокнуть много. Ну, да вряд ли вообще. Не должно по идее. Я иду. Кстати, танцы, что я с архитами не могу выбить? Какой счет с ним? Двадцать восемь с Францией счет. Сейчас я еще осаду портов. Отступил? Все, стой пока там. Отступил, отступил, да, 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 стою. 34, 44к у них осталось. Мне надо полтову взять, чтобы тебе пройти. 300 дукат займа. Блин, Прованс мне не дает. Три военные усталости. А не, я сейчас в горы встану, нормально. Сейчас в горы встану. Австрия, Венеция, Сардиния, Наксос, Корфу, Тулуза, Франция, Шампань. Все это против Голландии, Бургундии, Брабанта, Невера, Арагона и Кастилии. Давайте посмотрим на Ишки, как они себя в этой войне чувствуют. Че? Это кто в чате написал? Смешнее. Да. Че там такое? Ну, молитесь за Париж, как написал. Ну, Париж о, вроде не под угрозой пока что. Сейчас в горы встану. Ну, может, это имелось в виду наоборот, типа он затащит. Ну, маленький бой в бургундской провинции он затащит. Типа молитесь, чтобы затащил, типа все это. Я не знаю. Жаба, у тебя было такое, что тебя все считают шпионом, кроме Тайла? Ну, тебя все считают шпионом, кроме Тайла. А, у, нет, у меня был один такой друг, которого шпион, считают шпионом. Не-не, меня еще, знаешь, где приняли? Там, где сидят Золотая Орда, ну и все эти мусульмане. Вот они меня нормально восприняли. Ну, надо туда сходить будет. Они вообще классные. Они вообще классные ребята, там атмосфера четкая. Я им рассказал, что в Европе творится кратко. Взяли, переплыли, могу до них дойти. Мне надо в город встать. Крепость взять. А, там это. Португалия с Францией дерется, флот. Там. Ну, я вижу, нормально. Полчаса назад, с самого старта, Эфиоп, я сидел один, я его свел. Я поплыву, пожалуй, к себе домой. Да. И отменю у тебя базированный флот, а то бабосы. Все, отменяю. Да, работаешь, да, сводником, ну молодец, чтоб никто не скучал. Странно.
Да, ну да, мы ж за счет войны так делали. Да, я жду, как у тебя восстание сейчас, это лучше даже. Пусть, стой, пусть не... Оно по ивенту, да, я его выбрал. Я сам, наверное, у меня просто, блин, уже много займов. И чтобы армию новую нанять, надо еще займ брать. А у них там не бей займы. Чего? Учишься в Москве? Чего? Что в Москве? Что там с субсидиями? Тебе нужны еще? Ну, понимаешь, как бы... Киньте Бургундии денег, если можно. Нет, не нужны уже. Так, я вас покидаю, друзья. Ты без субсидий вытянешь мне провинку, провинцию? Это я. О, манша. Может, потому быть... что она дает 25%. 25%. Она дает почти что весь счет. Бавария, сейчас сделаю 3000 войск, приди, пожалуйста, мы вместе. Подожди, мне нужно вообще через кого-то пройти. А, все, иду. По возможности еще. Смотри, что у меня нет полицейских. Есть вот еще остался какой-то. Собрать. Слушай, Франция, давай ты попробуешь может, в Португалию. Надо, у тебя остался еще какой-то флот, говорю. Ладно, ждем. Привозной, хотя бы один кораблик остался. Сейчас, короче, Кастилию 15 тысяч бьем. Просто. Вот, может, давай разбей пока вот эти вот 6 тысяч. Может, давайте на одну, на первую скорость поставим, а? Так сложно, Вадим, зачем вы будете бить эти 15 тысяч? Вам в горы надо будет лезть. Да. Вы проиграете. Ну, хотя да. Я лучше пойду... Давай. Да. Ребят, на первую снимите, скорость, вот это вот, то, что вам там, да, снимите оккупацию. Австрия, 3 тысячи. Это вся что? Австрийская армия, что ли? Да. Так, у меня вот 10... Не, у Австрии еще есть силы. У нее вообще 51 тысяча, полный лимит. И реку там нет. Главное, да, продержаться до 55-го и придут османы. 55-й год, просто 55-й. Один год? Ну, да. Поздравляю. Вы, может быть... Мы сами пойдем. Слушайте, а по правилам ведь ему вроде можно Бургу предложить Белый мир, она примет. Да. Ну, предлагайте. Предлагай, попробуй гранада. Я уже предлагал, ладно. Куда ты идешь? Гранада. Слушай, Австрия, куда ты идешь? Гранада, слушай, сейчас поднимай восстание своих там крестьян или еще кого-нибудь. Там у сословий бери, чтобы они все невояльны были. И поднимай восстание, чтобы блин. Они восставали здесь. Не надо, 1% надо. Остался. Тебе хуже будет. Сейчас надо успеть захватить вот эту крепость, которую берут. Если ее сейчас заберут, то у нас будет меньше опять же счет. Ну так. Кёльн, соглашайся на их требования. Они у меня полстраны просят. Ну, чувак, я не могу, они у меня армию убили начисто. У меня нет денег. А с кем это Кёльн начал воевать, что его так отмутузили? Гельдерны Фризи. И вот это они вдвоем такую устроили они тебя. Они своей 7-тысячной армией разбили мою 16-тысячную. Ну вы в роще как-то нападите, ребят, на 10 тысяч. Бывают проблемы. Нападите на 10 тысяч. Они к тебе ушли. Франция, 42%. Немного только. Франция, они далеко 10 тысяч, если попробуй их разбить. Сейчас эти 10 тысяч попробуй. Они там у тебя вышли. Я вижу, у меня просто... Нет, я убегаю. Граната. Пусть меня сейчас. Бавария, спасайся. Минус 50%, ребята, идет счет. Ребята, идет... Смотри, послушай, короче, сейчас осада опять же возьмется еще, и у нас опять счет меньше будет. Осада, смотри, 42%. Ну так я и говорю, пойду. Подождите, дайте мне сказать. Гранаты, они мне шотнули армию, Кёльн, соглашайся на их требования. Гранада. Подожди, я что? Готов выиграть. Короче, ты не можешь ничего выиграть. Условия, спроси у них все. У меня есть наемник. Чтобы у них влияние было большое. У меня нет наемника. Желательно тоже. Гранада, просто делай так, чтобы у тебя просто по всей стране восстания были. Да. Чтобы они начали отсаживать пробки. Я не могу отменять их. Нет, это просто вот сословие взаимодействия там возьми. Спроси у них там что-нибудь. Я согласился. Гранада Бургу надо вывести срочно, потому что у нее сейчас по станциях хватит столицу обратно.
Вот так вот, ребят, проблема. Ладно, и давайте сделаем то, что не делали с начала партии. Перенесемся в другой регион. 50%. Другой регион, это наши дорогие китайцы. Сейчас еще заберутся, где-то 45% обеспечено. Как у них дела? Братцы, а ты что делаешь сейчас? Куда мне сейчас идти? Здесь, да. Да-да. Впервые перемещаюсь на вашу территорию, на ваши родные земли. Давайте посмотрим, что у вас. С кого начать? Витя, что, начни что с головы Альянса, с меня. Белиберда происходит. Почему так это? Через каждые три секунды. Там серьезнейшая война. Фактически первая полумировая, если ее так можно назвать. Ваш, кстати, осман мировая. Готовится вступить в эту войну. Так, а у вас? У вас нет, у вас еще пока. Да, мы сейчас в Европе, может быть, переломный момент. Перемирие закончилось, там Флоренция может вступить в Георгию. Точнее, наверное, уже вступили, короче. Да? Да. За кого? За Австрию, Флоренция. Вроде бы. Сейчас гляну. Ну, мы посмотрим на это не, дело. Не, она еще не вступилась, она войска подводит. Но я знаю, ну, что будет. Пусть подводит, я пока быстренько посмотрю на Османскую империю. Вот я информацию сливаю только тебе же. И всем, кто здесь сидит. Да. Не, красава. Не, не, не. Интересный способ сливать информацию. Смотри, зачем... Я кричу о ней на площади, только тебе, тебе в уши. Не, просто понимаешь, им войны в Европе вообще все равно не дотягивается. Ну, все равно не все равно, но... Но-но. Так, ну что, Османская империя? Логово. Логово большого количества войск и малого количества рекрутов. Где потеряла? Признавайся. А ты видишь, сколько войн у меня? Я ну, вообще... одну войну вижу. А Каюнлу, Крым? Я только зашел и все, я не останавливаюсь. Я воюю и воюю. Слушай, отдай мне эти земли, на которые есть претензии. Но я все равно все не заберу. Да, ну это, оставь... Сань, пойдем Крым осаждать? Я осаждаю. Эфиопия, да? Слышишь? Оставь мне эти земли, на которые у тебя нету претензий, на которые у меня претензии есть. Оставь мне, а то и так голодный, пипец. Ну окей, я тебе две провки оставлю. Да, я тебе оставлю жизнь, вот. Обещаешь? Хороший обмен. Опасный тип. Да, я серьезно. Вот он серьезно опасный. Туакин мне оставь. Слышь, оставь. Пожалуйста. Серега, а у тебя как со старта? Расширился? Хреново у меня. У меня Ирак и страдает. Регенство у меня. Короче, я что хочу сказать. У нас и бедствие. Всех... Не ты один. 66-го года. 11 лет еще. Так, но на самом деле я добираюсь в другой регион. К вам я, наверное, еще приду. Ну, хотя надо посмотреть, кто у вас, какие правители. Вы, кстати, знаете, что на первом месте у нас есть одна страна уже. Батя. Уже? Кто там? Китай. Кастилия. Кастилия на первом месте. На втором была, по-моему, Франция, но сейчас ситуация, скорее всего, изменилась. Кастилия активно набирает счет своей войной. Да, я уже 45 страшно. Или как-то так. Витя, а вот что они ждут? Вот, Ирак, не стой вместе со мной. Договариваются, переформатируют союзы, принимают важное решение в войне или заключают перемирие. Да. Паузы по правилам разрешены. Не, я про другое. Вот так, Гранада оккупирована полностью, да? И что он берет и не капитулирует? Ну, там потому что там союзники по 100 тысяч армий с одной и с другой стороны. Нет, там нету 100 счета. Там еще только 50 счета. Счет же рассчитывается от всех участников войны. Да, там же Гранада лидер войны. Эфиопия, заканчивай войну. Да, да подожди, походу... куда ты спешишь? Еще все успеем. А, у него там в столице... эфиопский... А чё Кёльк до сих пор не присоединяется? Ну, видимо, есть что-то, что мешает Кёльну присоединиться. Господи, как они слились, как коалиция слилась, Кастили. Вы посмотрите на Францию.
Я в шоке, я... Ну это же Илья. Так, я не могу пойти в Китай посмотреть на то, как они, потому что эта война все мешает. Ладно, идем смотреть на войну. Так что я вас покидаю, я к вам еще приду. Золотая Орда очень интересное место, средоточие противостояния Польши, Москвы висит Золотая Орда, Османской империи союзники. Нет, нет, Жоп, ты понимаешь, Франция... А... Ничего не понимаю, все, я к вам пришел. У вас тут есть какие-то изменения в военных действиях? Крепость была включена, они забрали мою крепость в Африке. Там просто... Я тебе что говорил? Там, но у них, можно сказать, я их... Ну вот что я тебе говорил? Что такое? 20 тысяч идут еще с одной стороны Бургундии. Короче, все равно счет упал, 57%. Супер, супер. Ну и войска вы видите. 50 тысяч с одной стороны, а с другой стороны... А с другой стороны... Что там про Бургундию говорили? 70 тысяч. На самом деле надо было по-другому. Вы бы на Кастилию шли, Кастилию бы задавили, а Бурга бы пока осаждала. Она бы даже сдохла раз 300. Вот серьезно, из-за того, что сейчас держат одну сраную провинцию, у нас счет меньше, ой, потенциально больше на 25%. Из-за вот этой вот провинции. Почему вы так решили, что надо сразу давить Бургундию? Я не понимаю, ребят. А чё, он тебя шотнул? Францию у тебя... Ой, армия? Срок перемирия истекли. Ух, сейчас война у меня пойдёт. Францию у тебя армия есть? Да, есть 20 тысяч ещё. Ребята! Из 60 тысяч. Посмотрите на Кёльн. Я могу воевать. Ну ладно. Где Кёльн? Давай. Одна провинция. Где? Сам Кёльн. А. Ну раз никто не хочет. Фига себе. Пусть другую войну. 2000 нереально сильных кёльнских солдат. Ну что, я думаю, нам стоит устроить голосование на то, кто вы будет первым. Это будет очень... Жап, уходи. Очень-очень такое серьезное голосование, да, и у Кёльна все шансы победить. Кажется, голосуйте за Кёльн, он победитель. По-любому. Кёльн, как ты сделался, скажи? А на меня сначала напали одни, потом вторые, и все. Ну, в Священной Римской империи, когда ты проигрываешь, то очень много зверьков хотят укусить от тебя побольше. Короче, надо говорить с ними по поводу мира, потому что мы их не видим. Оккупация уже просто. И потом будете помогать Кёльну возвращать его в провинции. Да. Спасибо. Я, в принципе, пусть осман может прийти к вам учиться. Франца, ты очень сильно отстаешь. Очень. А вы уже можете призвать османа? Нам нужен май. Май. Уже июнь. Пожалуйста, дайте 20 монет. Ну, мы уже дошли до этого момента, но османа вот... Кому 20 монет? Кёльну. Вопрос, осман может перебросить армию? Если призовем. Косман придет. Гранада. Кёльн, какого держащий? Я не вижу. Я, короче, там... Кёльн город, найди и все. Кёльн это страна вообще-то. Ну, это как бы и город, и страна. Хорошо, пошел смотреть с другой стороны на это все дело. Кёльн, ты будешь возвращать свои провинции или как? Я хочу... Так, с Бургундия и... это самое... Кастилия. Да вас уже полмира боятся. Ну, опасно. Я как бы спрашивал, зачем тут... Ну, сами полезли, собственно. Сами нарвались. Поздравляю, вы показали красивую игру. Бургундия, как щит, вытерпела на себе очень много ударов больших войск. Да у меня, по сути, одну крепость только взяли, и все. У тебя ничего. Уже желание мира? Да. И военную хочется, шалость да. Ты уже снижать не можешь. А много потратил дипачков на снижение? Ну, по-моему, 3 раза я снижал. Угу. По 75 получается.
Ну, ты в этой войне танковал. Своими территориями. Так, а что там у Тайла? Тоже займ? Правда, ну, ты один. На военную осталось, глянь. Вижу. И тоже снижал ее несколько раз, да? Так. А за тот пасай, что тебе нужно? Я хочу с Ильей поговорить. Да, я тебя скажу, поедете. Илья, я тебя поздравляю с 70 счетом. Да. Поздравляем тебя с распаткованием Матвея. А что с 70... Ну, а, понял. Потому что принудительный мир, да. А вы принудительный мир кидаете? Ну, пока 68. Или уже 70. Видите, сейчас ну, нужно полгода 70% иметь. А, полгода, да. Чтобы да. На 100%. Витя, теперь я ничего победу. Не говорил про азиатов. Кто-кто? Осман про азиатов ничего хорошего не говорил. Здорово, Кастилья. Я даже не могу к вам из-за этой войны прийти, потому что вот смотрю можешь... за каждым действием. Давай, Кастилья, Кастилья, ты можешь распишу. Шампань пойти? Шампань. Дойдешь, нет? Нет, я не дойду. Крепость. Все, хорошо. Вот расскажите, как вы в два раза превосходящего врага разбили на голову? Давайте. Там просто Матвей был во главе. Этим да ладно, Матвей. Ну, как бы я вижу, видел цифры и хочу вам сказать, что в два раза там не было превосходства. А сколько? Там было превосходство 1:1. То есть 1,1. Ну, может 1,2. Куча вассалов, которые не слушаются. Так и прям на голову, что ли, разбили, или как? Ну, все. 70% это на голову. Офигеть. А уже 70 у меня, по крайней мере. У тебя как ну, там, полгода сколько? Должно 70 держаться, чтобы победа принесла. Ну чё, вот, все, можно таймер засекать. Хорошо, от сентября и полгода, 6 месяцев. Но если опускается ниже 70, то таймер сбрасывается. До марта ждем. Так а кто слил-то больше, Франция или Австрия? Франция на меня, походу, идет. Витя, посмотри, я свалил, короче. Витя, напомни им, что у них полгода. Хорошо, сейчас напомню. Посмотри, как пасай вырос. А потом посмотрю, как ваш пасай вырос. Тебе не смогли пройти. А, ребят, полгода. Напоминаю, у вас полгода, 70% да, счета достигнут, полгода. Запущен таймер и в... В марте вам придется принимать мир на 100 счета, если вы не сбросите эти 70%. Если 70% упадут ниже, таймер будет запущен снова, когда сейчас опять вернется. Витя, вот ты мне охеренный подарок подарил, я тебя ненавижу. Это укрепляет. Это не укрепляет, я, блин... Ожидал очередной нормальной, спокойной... Ой, я ожидал нормальной, спокойной партии, с какого-то хера... Блин... Приходит один человек и портит все. У тебя есть возможность проявить себя в качестве организатора, и ты проявил, организовал возле себя кучу народа, и это замечательно. Витя, какую жопу кучу народа? Я мог сидеть в Азии, аутировать и пилить ИИ. Зачем я опять... У тебя самый интересный геймплей, из-за которого в Азию я 3 серии вообще не заглядывал. Ребята не знают, как живется там в Азии. Я вот в Гранада, Кастилия, Франция, Бургундия. Гранада, Кастилия, Франция, Бургундия. У меня все привязано сюда. Франция. Все уже, все. Ну и нахера я эти восстания вижу? Меня сейчас бомбанут. Понимаешь, у меня боль. Кастилия на первом месте, да. Сраная боль. Просто все, смотрите. Гранада на 15-м. Минус 53 тысячи полков. Франция на 4-м. Мне больнее тебя. А была на 2-м. Осадили, а меня тут добивают. Пишем капитуляцию. Я тоже, да. Витя, беги к этому. Давай скорее капитуляцию, потому что остатки сейчас вообще разобрали. Вы готовы? Да. Да. Хорошо, паузу держите. Дайте кто-нибудь денег, пожалуйста. Знаешь, как раз на том самом моменте, если мы немного позже, то... Сейчас так, ребята, для переговоров переходите вниз, там ребята готовы подписать капитуляцию. Можно я послушаю, окей, пожалуйста? Пойдем в Бургундию. Угу. Так, подождите. А там пароль. Пароль сейчас... Ой, меня тоже кинь, я послушаю. 3-3-2-2-1-1, по-моему.
User left your channel. User left your channel. Как у вас дела? Что со мной до этого война была, и я там потерял... Так, ребят, жмите паузу, мы будем писать капитуляцию. Ребят, я почувствовал себя тортиком. Ну, чувак, ты призвал войну. Быть тортиком — это так глупо. Нет, ты реально похож на тортика сейчас. Причем да, призвал весь мир и слился. Нет, дело в том, что, блин, там переломный момент в войне был. Короче, я сейчас могу требовать 100% счета, 100% счета только с меня. Стоп, нет, ты можешь по миру взять любые провки с любого. Ага. 100% счета любых провок с любого. Не, подожди, вообще. Смотри, подожди, Дима, смотри. С каждым сепаратку ты не сможешь. Подожди, ну... паузу нажмите. С Францией меньше 20 счет требовать. Нет, смотри. Ты можешь с Франции требовать сепаратку, если ваша разница больше, чем минус 20. Но если Матвей капитулирует полностью альянс, то ты только с Матвеем можешь взять. А провки освобождения вассалов считаются провками? С Матвея вообще все что угодно на 100% может быть. Нет, а вот с Франции освободить пару вассалов, это можно или нельзя? Нет, это нарушение территории нельзя. Если Матвей уже капитулирует полностью, то вы уже с Францией ничего взять не можете. Это ее надо было раньше выводить. А, понятно. Ну, 100% с Матвеем давайте. Ну что, раздираем гранату. 100% с Матвея, если вы возьмете, то против... 100% с Матвея, но вы можете... Дима, ну, вы коалицию, вы можете собрать коалицию из Европы. Я ставлю в ответ. Я могу чувство, когда взять... Это был шанс 1 к 7, что не выпадет граната. Ты можешь взять шампань, если перемирие будет подписывать Матвей. Это войдет в его 100%. Граната? Ты не обязан подписывать Жаба, никакие сепаратки в Франции. А, нет, Тайло, сколько рублей твоя стипендия? А шампань, кстати, почти вернули. Тайло. То есть гранаты ты должен потребовать шампань, короче, вот. И тогда все будет ок. А если там будет вообще что-то на сдачу, независимо, кому ты из островов Корсики? Ну это так, не обязательно, если уж очень хочешь. Да, кстати, чтобы потребовать шампань, надо... Сколько мужчинам А сейчас, сейчас мы заключаем перемирие и на этом заканчиваем сегодняшнюю сессию. Это, если ребята, шампань будешь брать, передай ее мне. Когда у тебя был 1 к 7 шанс, что ты сядешь на гранату. 1 к 7, грёбаный. Так тебе надо провку передать мне, а потом уже... Да, не могу передать, потому что там стоит 17 ка. Пусть у тебя тут идет Астрия, мы вот этих вассалов там, и я ее спокойно передам. Так, давайте тогда чуть-чуть этого... игры, вассалы, чтобы ушли оттуда, а или они их не могут. Ну их надо убить, да. Бургундия, иди в шампань, снимите паузу, сейчас шампань оккупируем и все. Зачем сейчас вам шампань оккупировать? Ну потому что шампань уже оккупирована и она отойдет этой, как ее? Бурги, да. Бургундия. Смотрите на шампань. Вливайся быстрее. Все. Не-не-не. Матвей, все шло по плану? Ага, Матвей, все по плану. По огроменному плану. Нет, все, у меня был план в случае кое-какой другой войны. Ну, блин. Но я зато смог кое-что сделать. Что ты смог сделать? Достойно проиграть. Да. Я смог стать тортиком. Имитировать тортика, да. Бургундия. Да. Шампань стоит 50 счета. Мощно. Давай а ты не по сепаратке с Францией да. Бери ее, а по миру с нельзя по сепаратке с гранатой. 50 счета. 50 счета эти, я вам говорю. Ну, да, Павлу, у тебя 100. Ну, типа Бургундия. Как раз 50 мне, 50 тебе. А что ты хочешь взять с гранаты? Золото забираю, Матвей. Я хочу забрать цешки. Ну, тут одна цешка. Потом забираю золото. Сейчас я примерно выделю, насколько это счета. Ну, вот золото и цешка сколько стоит?
48, так. Ну и шампань 50. Ну и моя шампань, и чуть бублица сверху. Ну шампань у меня пишет, ну сейчас смотрите, очистить предложение. Шампань 57. Не знаю, хорошо или плохо, то что я ушел в самом начале. Из войны. Да, плохо. Сейчас 13 тысяч. Следующей войне давай попилим, и я тебе дам шампань. Кому? Мне? Ну, а сейчас мне что получается? Ничего, да? Ну, сейчас в шампане, там, куда вы паузу снимаете? Сейчас в шампане, там есть кровки еще. Какие-то, может, кроме шампани, каукс, каукс, например, есть. Ну, может, каукс возьми, если он дешевле. Илья, можете мне Париж оставить потом? Можем, все, я иду в каукс, забираю, и все. Паузу, сейчас каукс. Сразу прям здесь уже. Ну, ладно, давай каукс. Раздирают. И это тем более ТЦ-шка каукс. Могу отдать. Франция, кушай Брестань. Снимите паузу. Сейчас каукс заберем и все. Франция, я вообще не понимаю, как вы слились. У вас было раза в два больше суммарно. Их не было раза в два больше. Да как так? В сериях вы увидите количество армий с той и с другой стороны. В войне с одной стороны было 75 тысяч пехоты и 30 тысяч кавалерии, и с другой стороны 60 тысяч пехоты и 30 тысяч кавалерии. То есть разница составляла 10 тысяч солдат. 20к Португалии обходили весь мир, чтобы дойти, они пришли к середине войны. Вот я тебе говорю, там сидят люди, которые считают, что если они, выкинут, выкинут Бургундию первой, то они будут самые умные. Я говорю, там вот эта провинция, за которую сейчас велась война, она дает 25% счета. Все, что я делал всю войну, это я сидел и орал и просил, чтобы мне помогли в Гранаде. Мне, серьезно, пока мы там с тобой мувились, мне не хватало сраных 10 тысяч. Но нет, там была война какая-то в Бургундии, которая закончилась абсурдом. Ну я не понимаю, люди не идут к цели войны. Ну, войны. Я как бы ору, сижу в чате, меня не слышно. Люди не идут к цели войны. Они идут и хватит не войны. И главный выход это запаролить канал, и чтобы папа там не сидел, да? Да, потому что папа там не нужен. Ну я слегка потроллил, но я же ничего не делал. Матвей, переезжай на остров Святой Елены. Да я нахер поеду из вашего Универсаля 4 в реальную жизнь. Тоже хороший вариант, кстати. Вика, я тебя ненавижу. Я выберу в следующий раз 7 стран в Азии. 7 стран. Тоже был хороший вариант, кстати. А потом туда... Ну, ты мог сесть не на Гранаду, а на Марокко. Что тебе мешало? Нет, нет, Матвей. Так если бы я сел на Марокко, то знаешь, как бы это выглядело? Это бы через несколько лет ко мне пришла бы Кастилия с закрытой первой... Сейчас скажу какой. И первой, и... Да, да, первой и второй идеей, она бы просто уничтожила меня еще больше. Ну, ты сделал все, что мог. Ты засоюзился, собрал людей, воевали, воевали смело, воевали бодро. Может, не совсем умело и не совсем в тему, но, да, тем не менее, дали шикарную войну. 15 лет мира, Матвей, 15 лет мира, соберешь новый альянс за это время. Я не хочу быть ублюдком. Давайте мир заключать или бомбить. Мир. Потом побомбить. Причем здесь ублюдок, который собирает весь мир. Ты должен понимать, что в Европе универсалис по-другому не бывает. А те, кто говорят, что ой, вы собираете весь мир для войны, они не понимают идеи дипломатии. Если ты не можешь победить скиллом, ты побеждаешь грубой силой и количеством. Сколько мы знаем империй, которые воевали именно так и побеждали именно так? Тут играют люди разного скилла и разного умения. И в том-то и фишка этих партий, в том, что сюда допускаются люди не только показывать размер своего полового органа, но еще и демонстрировать желание учиться и научиться. Ну блин. Илья, ты кидаешь? Что я тут делаю тогда? Все учился. Размеры половых органов мы можем досмотреться и в других местах. Есть порно-сайт и все остальное. А тут фан и при этом знаешь, возможность там тоже можно устроить фан. Все, снимаю паузу. Ребят, да, я сейчас похлопаю. Может, просто. Все? У меня восстание 10 тысяч дворян. 10 тысяч из 10. Витя, мы выходим, нет? Так, подождите секунду, поставьте паузу. По перемирию, я так понимаю, Кастилия взяла три провинции, да? Да. И одну Бургундию. Нет, я отдал каукс, и там счет меньше. Каукс это... То есть шампань вы не трогали? Каукс это ТЦ. Она будет уже контролить, читает Ла-Манш.
когда за аннексит в Англию и Голландию. Угу. По счету Матвей проверил, все в порядке, да? Там в новой версии нельзя больше сотки взять, как бы. Да, в новой версии нельзя больше сотки взять. А, ну, отлично. Хорошо. Значит, на давайте этом мы еще сохраняемся. Сохраняемся. Давай, если все за еще только. Да, давай. Ну, давайте нет, тогда. Нет, мне все. Да, давай. В любом случае мы сохраняемся. В любом случае.